Создавая изначально проект «Большие люди Оренбуржья», я задавался целью оказать какую-то помощь или пользу жителям нашей области. И вот в конце ноября было принято решение создать новую версию сайта «Большие люди Оренбуржья», который представляет собой первую в Оренбургской области социально-деловую сеть. То есть теперь каждый житель области может зарегистрироваться на сайте. Он может создать свой собственный аккаунт, он может создать себе имя. Основное наше отличие от обычных социальных сетей в том, что человек может сам себя реализовать. Он может добавлять свои новости, он может добавлять свои записи блога. Теперь он доступен и открыт для всех членов клуба. То есть каждый член клуба, который зайдет на сайт, увидит пользователя, он может написать ему сообщение личное, он может пригласить его устроиться на работу. Также пользователь может задать любой вопрос, получить совет, принять участие в конкурсах, проголосовать за членов клуба, за их рейтинги. То есть мы полностью связали тех людей, которые попали на сайт, стали членами клуба, с теми, кто посещает наш проект, и они могут теперь общаться в открытую между собой.